Робок сказал, погнали. Так, ты просто... Ау, чё я всё время падаю-то? Нам нужно немного отрегениться. И здесь есть овечка. Так, убиваем овечку. Где овечка? Сюда и давал уголь. Нет, мы закончили квест. Нам надо это принести еще домой. Lamp oil, rope, bombs. Это очень и очень полезно посмотреть. Чего? Да, он работает. О май гад. Но наша база защищена, конечно, по полной. Ё-моё. Там даже внутри есть какой-то челик. То есть внутри челик прям-таки живой. Сейчас пойдет через этот мостик. Пинк. Let's go. Нет, я добуду этот уголь. И ты мне еще должен дать смолтер, окей? Один, два, три, если надо такси. Нет! Мне кажется, что мы как-то не так летим. Roblox Skyblock Hardcore. У меня нету острова. Что ты делаешь? Ты делаешь... Мирач Блейдик! Let's go! Йоу-йоу-йоу, ты куда такой быстрый? Жесть! И здесь будет сундук. Я думаю, что они хотят добавить лутбоксы на этот новый остров. Я надеюсь, что они не добавят. Лутбоксы, они прикольные, чтобы открывать, но... Когда ты открыл уже 100 лутбоксов, то это не так клёво. Мне это не нравится. Тут кое-что 18+. Всем привет, меня зовут Крикуб. И у меня дефицит железа в крови. Но для начала нам надо поговорить с этим незнакомцем. Если кто-то к вам придет, похожий на такого Санта-Клауса, я думаю, надо будет звонить в полицию, но это у нас Санта. Хо-хо-хо.
Помните видео, где я открывал 500 подарков? Да, мне не повезло. О май гад, смотри на этот пинг. Жее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 е
YouTube 1 миллиард смотров, и разрабы подумают «Sus Among Us Imposter» и забанят тебя. Вау, они сделали что-то странное с моей головой. Мне надо будет кинуть срочно репорт на эту игру, да. Да, я хочу кинуть репорт. Сделали что-то с моей головой. Репорт. Всем привет, и перед тем, как я закончу это видео, я хотел бы объявить несколько вещей. Во-первых, спасибо за 6500 подписчиков, это очень клево. А во-вторых, всех с Новым годом, да. Многим интересно, возможно, почему я так звучу Dead Inside. Это все из-за того, что я работал над этим дурацким видео целый день, 13 часов, и... О, моя задница болит. У кого-нибудь было такое чувство, когда он сидит слишком много времени на стуле? Я только что понял, что я когда ем, тоже сижу на стуле, когда я хожу в туалет, я тоже сижу. Но это все, что хотел сказать, да, всех с Новым годом. И обязательно поставь лайк, подпишись на канал, если ты новый, и поделись этим видео с друзьями, и может быть даже каналом, и посоветуй типа, чтобы подписались. Мне будет лично приятно, и поэтому как-то так. С вами был Крикуб, всем большое спасибо за просмотр. И всем пока. Super Idol the Sharon Domini the Ten by Joe the Young on Domini Yaya Joa Ipali to Tani Didi Chin Johnny Chang Liu Shui.